Думаю, что все команды готовятся к чемпионату мира, ищут оптимальный состав. Также многие не за горами Олимпийские игры, поэтому все сборные всех стран стараются прокрутить как можно больше перспективных ребят, посмотреть, кто подойдет уже к Олимпийскому году. Ну, знаете, мы не изучали соперника специально, то есть наша задача посмотреть ребят, дать им шанс проявить себя. Тем более этот матч в Ярославле, он не рядовой матч. Этот город, наверное, истосковался по большому хоккею из-за того, что случилось с командой «Локомотив», поэтому приехали сюда, хотим привести людям праздник, в первую очередь, показать хорошую игру, естественно, победить. Сегодня запланирована была поездка на кладбище, отдать честь ребятам, которые погибли, да, просто постоять, посмотреть. Ну, я думаю, что это хорошо. Многие из нас потеряли здесь своих друзей, многие своих партнеров по команде, поэтому это было нужно обязательно сделать. Настроение отличное, хочется порадовать своей игрой болельщиков болельщиков из Ярославля, естественно, победить. Хоккей в Ярославле обязательно придет, большой хоккей, и поддерживайте новую команду «Локомотив», болейте за сборную России.